Добрый вечер, друзья. Снова на проводе железа. Как всегда, значит, планы мои были. Это очередные телемосты. Снова Урал, знаменитый Сергеев. Снова Финляндия. Надо разобраться, почему у них качество саженцев лучше. По крайней мере, кажется лучше. Но это Приморье, почему у них вообще оказалось, что в партизанском районе нет абрикосов? Это что? Это как? А Казьмин? А? Академик Казьмин? Что от его наследия осталось? А? Приморцы дожили. И вдруг спокойное течение моих планов было нарушено. Вот, позвонил мне с Татарии, из Татарстана. Человек, которого пока я запомнил только имя, Рафаэль. Так, на всякий случай уточнил, да, он татарин. А я уважаю татар, знаете, за что? Когда-то Татария, может, так и назвалась, может, вряд ли Татарстан, но эта страна всегда была садовой. Лучшие сады были не в Европе, а в Татарии. А значит, каждый татарин имеет гены садоводов. И действительно, татары, башкиры, много-много у меня теперь друзей и клиентов. Что произошло буквально 2 дня назад? Звонит Рафаэль и говорит, ну там что-то ему еще надо, что я уже не помню, но он произнес, я с ним вежливо поговорил, смутно знакомое имя, оно редкое, и вдруг он говорит, помните, вы мне подарили косточки абрикосов, ну, кроме тех, что продал, еще и подарил, вот, для того, чтобы я мог заниматься поисками лекарств от онкологии. Тогда меня эти слова подкупили, поэтому я косточек жалеть не стал. Прошли годы. Что сейчас? Не знаю. Вот. И с чем я договорился? Я договорился, что я сейчас наберу его номер. Так. Рафаэль, Татарстан. И включу громкую связь. И посмотрим, что. А может быть ничего. А может фильма не получится. А может, как в тюрьме с Финляндии, который оказался очень успешным. Давайте. Я вас заинтриговал? Поехали. Звонка он ждет, но вопросов моих не знает. Рафаэль, здравствуйте. Сибирь на проводе. Так, Железо Валерий Константинович. Значит, у меня будут несколько вопросов. Первый. Сильно, серьезно прозвучало поиски лекарств от онкологии. Можете что-то прояснить? Или вы еще в пути? Нет, я нахожусь дома. Значит, над этим вопросом я уже работаю в плане уже... Как сказать, многоплановое это будет мероприятие, ну как бы проект. Но это, как говорится, все зависит от размерных косточек, которые мне выслали. Ну вот уже около 5 лет, 5-й год уже пошел, я от вас получаю косточки и черенки. Но результаты, конечно, как говорится, хвалиться не буду, но... Сейчас вот, если вот так реально, то, что фактически получается, у меня, значит, на 2 яблонях, привитых вашими черенками, вот, яблони плодоносят. Это вот, уже они плодоносят 2 года. То есть яблоки уже 2 года я получаю. Вот, на привитые черенков, на ствол яблони Антоновки. Вот, а на другом дереве, ну, она дерево называется, как сказать, ну, она взрослая, потому что уже где-то 12-15 лет,
где-то, да, 12, где-то 15 лет, второй яблони. Вот, и я ее привил вначале на ранетку, подвой была ранетка, а второй, и потом привил антоновку, черенок. Ну, антонов черенок у меня свой, вот, и потом вашим черенком привил этот апорт кроваво-красный. Вот такая вот пока ситуация по яблоням. Значит, еще могу отчитаться по этому делу. В этом году мне удалось привить три черенка, посланные вами абрикосы. Ну, сейчас сорта не могу точно сказать, но привил на сливу. Вот будем ждать еще 2 года, когда будет цветение. Но еще пока, этот, можно сказать, только вот первоначальное. Ну, у меня еще другие партии, которые еще ранее были посажены, вот уже второй год, там у меня, я посадил вашими семенами, которые выросли, эти саженцы, вот, в 3 местах, в общем, в Лениногорском районе, там, Бродсенников, потом, ну, в ближайших районах, в общем, в 3 местах, и плюс еще в своем огороде. Это я имею в виду абрикосы, которые мне прислали. Сейчас у меня задача, значит, насчет онкологических заболеваний. Ну, ситуация такая у нас в Бавлинском районе и вообще по Татарстану. У нас район нефтяной, связано, в общем, с экологией, потому что большое выделение углекислого газа при разработке месторождений. И тем более она находится, наше место, ну, на экологическом разломе. Ну, в общем, там тоже естественный процесс выделения радиации, это раз. И еще плюс тотские лагеря были проведены, атомный взрывы, испытания. Вот. Она оттуда идет, это называемая воздушная, это от земли, от воздуха и от воды. Перенос идет. В общем, каждый 10-й у нас, в общем, онкологии болеет. Вот такая статистика, да. И я подскажу сейчас конкретно по этому делу, в общем, по плану, в общем, одним словом, по сетям проходит натуральное средство, называемое амигдалин и лаитрил, то есть B17. Но он идет, потому что его уже в 60-х годах выделили из косточек абрикоса. Вот, там он есть мексиканский, есть американский. Вот, и, соответственно, есть на Украине. Украинский тоже. С Украины уже есть производство. Но пока до нас, можно сказать, ну, есть энтузиасты, которые занимаются этим делом. Я тоже, значит, по этому делу, то, что вы прислали мне маньчжурские абрикосы, вот, маньчжурских абрикосов, я, значит, попробую получить, ну, можно два варианта, сейчас вот я тоже думаю, разрабатываю, но пока у меня же урожая нету маньчжурских абрикосов, они только через 5 лет будут, но к этому надо стремиться в этом плане, ждать урожая, а вторая часть, которая, называем вторая часть для распространения, ну, чтобы можно было, профилактика рака была, ну, чтобы есть, как сказать, для питания, использую ваши эти, буду использовать ваши сортовые семена. Вот в таком плане. Ну, план, конечно, грандиозный, но могу пока осуществить, но пока вот так, на таком уровне пока я нахожусь. Вот так коротко. Так, понятно. Скажите, если мы сейчас по стране растут уже сотни моих абрикосовых садов, вот, некоторые уже получают их десятками и сотнями ведер, вот, как помочь людям, многие из тех, кто уже имеет свои, когда-то мои, а теперь уже свои, сорта свои, косточки, да, второе поколение, вот, они... повлияет как-то, если уже не сотни, не тысячи, а миллионы через несколько лет нас будут, мы сможем обеспечить, я не шучу, мы можем обеспечить миллионы людей мякотью абрикосовой, а потом еще и косточки, которые можно или посадить, или расколоть и скушать.
Повлияет это на состояние онкологии у нас простых людей, которые будут иметь плоды, мякоть и косточки? Повлияет на онкологию? Да, масштабы, я, конечно, с вами согласен. Я даже планирую, вот сейчас будем, когда у меня появится уже семенной фонд свой, вот, я буду распространять саженцы. Ну, у меня как бы будет опытная селекционная станция, плюс еще лаборатория по производству амигдалина. Но я пока еще в процессе, как говорится, подготовки. Вот, я уже еще, кроме тех, которые я в трех местах посадил, я уже этих саженцев, которые вышли, я их уже начал распространять. Но я еще не знаю, они дикие они, ну как сказать, маньчжурские они или сортовые. Потому что я пока не разбираюсь в этом. Ну, они же пришли у меня, вы мне выслали семена. И такие, и такие, и, как сказать, на маньчжурские абрикосы, и сортовые. Поэтому я пока не могу различать, но все равно я им, в общем, раздал, посадил на нескольких участках. Кроме тех троих, которые были, вот, те-то у меня опытные, а эти уже, можно сказать, для еды, ну, как бы для этого. Ну, такой план есть. В городе, значит, большие садовые огородные общества, можно будет попробовать и там распространять. Вот. Но это у меня план входит, конечно, что... Но это опять-таки надо ждать семенное размножение, потому что из семян реально они должны районироваться. То есть абрикосы должны пройти стадию районирования, ну, как вы говорите, ну, тренировки, как там сказать. Ну, вот в этом плане. Вот такой план. Конечно, энтузиасты нужны, но пока у меня посвящения нету здесь, в ближайшем районе. Вот. И я, конечно, тоже ездил, проконсультировался. У нас там в ближайшем от 90 километров находится в Бугульминском районе. Халилов. Я уже знаю, да, кого имеете в виду. Вот он, кандидат химических, кандидат сельскохозяйственных наук, он. Ага. Вот он тоже книгу там написал, но у него направление, конечно, не по абрикосам, у него там кустарниковые. Вот он сейчас тоже из черенков выращивает смородину, малину, что у него, крыжовник, ну вот такие вот кустарниковые деревья. Вот. Я с ним, конечно, консультировался насчет обработки, насчет выращивания абрикосов. Он, конечно, тоже дал добро. Сказал, говорит, ну, занимайся, говорит, будем, как говорится, наблюдать, что из этого выйдет. Хорошо, я буду вам тоже информацию давать, как там. Но я планирую ему тоже пару этих ваших семян, которые вышли, абрикосы посадить весной. У меня же растут уже. Сейчас уже вот на второй сезон пошли. Вот в таком плане. Так, понятно. Значит, примете ли вы от меня еще 500 косточек маньчжурского абрикоса? Конечно, обязательно. Так, только, потому, пожалуйста, время... напишите мне электронное письмо, чтобы я не искал лишний раз это. Рафаэль, все, что я помню. Да, вот вы просто поднимите 25 ноября, я там... Я постараюсь, но на всякий случай подстрахуйте меня. Напишите пароль, 500 косточек. Знаете, почему маньчжурские? И у меня есть определенный опыт. Какой? Значит, меня пугали, что в этих маньчжурских абрикосах, в мякоти, как оно там, в ядре, находится огромное количество синильной кислоты, и если ты съешь пару штук, то тебе место на кладбище гарантит. Синильная кислота звучит страшно. Вот, я начал с одной косточки. А с другой стороны, онкология, лучшее средство. Кому верить? Кто говорит, что я отравлюсь насмерть, или тому верит, что у меня не будет никогда опухоли никакой? И я целый год дошел до 6 косточек. Я целый год, знаете, есть такие пассатижи, или как, которые не размалывают, а раскалывают удобно. Да-да-да. Вот. Даже на рынке специально купил и по 6 штук съедал целый год. И оказывается, что... Вы съедали по 6 косточек? По 6 этих ядрышек.
Именно манжурцы, оказывается, вполне съедобный. Даже привыкаешь к нему. Вот, никаких отравлений нет. Вот, помогло мне или нет, откуда я знаю, может быть, сейчас бы мне умирал в какой-нибудь опухоли. Но, слава богу, жив-здоров, хотя это может быть совпадение. Что и опухоли нет. Олег Константинович, я вас немного перебью. Да-да. Я этим делом занимался в плане, ну, и по интернету делал, но, правда, не экспериментировал еще с едой, но делать. Они рекомендуют вот по иностранным источникам, которые они уже мексиканский амигдалин уже в жидком виде распространяют. Мексиканский. Он вводится в организм не через желудочно-кишечный тракт, а напрямую в качестве инъекции. Ага. Он сразу вводится, минуя желудочно-кишечный тракт. А вот то, что касается сырых абрикосовых косточек, это да, там концентрация, конечно, можно сказать, они как предполагают смертельно. Но это тоже не доказано. Это, как говорится, работает фармацевтическая промышленность, которая агитирует, чтобы они лекарства покупали и химиотерапию производили. Вы знаете, по онкологии у нас 4 миллиона людей умирает от онкологии в мире каждый год. Вот. И поэтому эта политика фармацевтопромышленности, вот, они занимаются бизнесом за счет жизни людей. А химиотерапия очень дорогая. В общем, там столько миллиардов денег уходит от людей. Но это бизнес. Поэтому они занимаются в сетях контрпропагандой по применению натуральных продуктов, которые излечивают от всяких болезней. То есть называется, как она, натура... Ну вот, которые люди лечатся травами, лечатся натуральными средствами. Вот. Они против них войну устроили. Вы представляете? То есть они мешают им заниматься бизнесом на здоровье людей. Вот такая вот ситуация идет. А что касается этого употребления, ну да, там, в принципе, можно ограничить, но ничего такого страшного нету. А дело в том, что ограничения есть там в плане седнильная кислота, она же получается как промежуточный этап, ну, процесс в желудочно-кишечном тракте. Если, конечно, у вас сильная язва или гастрит, то она может нарушить стенки кишок, ну, желудочно-кишечный тракт может повредить. Вот. А если здоровый человек, я имею в виду, если у него нормально там кишечный тракт, ничего страшного, можно, как вы сказали, по 5-6 каждый день. Но можно запивать минеральной водой. Вот такая профилактика. В этом году через Анну, то есть... Мне пишут недоумение. Сайт отключен, точка. Вот. Хорошо. Попробуйте до нее сами дозвониться. Каким-то... Да, Анна, у нее там электронная почта есть. Ну, просто попробуйте. Ну, поймите, сейчас время идет, хотел сказать. Смотрите. Хорошо, итак, судя по нашему разговору, в том, что вы разбираетесь лучше меня, вы знаете термины или лекарства, которых я слыхом не слыхивал, вот, вы лучше разбираетесь. Смотрите, как противодействие, да? Вы упомянули Франка Халилова. Халилов 15 лет назад написал злобное письмо, и его опубликовала очень популярная газета садоводческая. Знаете, как она называлась? Оно называлось «Валерка слушает, доест». И злобное письмо, не письмо, а статья. Вот. Прошли годы. Недавно он опять, откуда ему уже 80, надо бы успокоиться. Я распространяю абрикосы и технологии. Знаете, что он это? Он, значит, всенародно, ну, сейчас сети, все. Вот. А он ученый, кандидат наук. Вот. Там заслуженный и прочее, прочее. Я тоже заслуженный, но металлург, это не авторитет. А он, получается, объявил так. У Железова абрикосы, там в основном упорно абрикосы, никогда не будут расти в средней полосе России. Ну, имеется в виду Москва, Питер, вот ваша Татария. Почему? Потому что у него теплее. Ну, потом была разборка. Он был выставлен немножко неадекватно. В каком плане? У меня оказалось по статистике средняя зимняя температура
на 8 градусов холоднее, чем Москва. То есть, да, Сибирь. Но вот эти вот злобные такие, ну, какие-то предвзятые, то письмо было злобное. Здесь он просто, все, не покупайте у Железова, все помрет. Просто помрет, все замерзнет. У него там это, уж теплее-то уже некуда. Вот, перепутал все, мой адрес перепутал, приплел такого. И вот, понимаете, а потом на него другие ссылаются. Получается, эти люди призятые, они мешают распространять технологию. Да, и, да, да. Вот. Но я могу... А он рядом с вами живет. Борис Николаевич, я уж вас перебиваю, извините, конечно. Я могу сейчас эту его теорию, антирекламу называемую, да, могу опровергнуть. Это все зависит от этого, ну, от урожая. Вот, наверное, на следующий год, если у нас получится урожай этих абрикосов, я могу эту, как говорится, его теорию опровергнуть. Подсказать, что вы не правы этому. И пусть он сидят, как сказать, напишет этот ошибка там, ну не ошибка, а этот теория опровергнута практикой. У меня же растут. Зачем он, как сказать, он ошибался, потому что не было практики, не было людей, которые бы на этой территории, где он живет, занимались разведением абрикосовых сада. А у него есть? А я его, значит, повезу ему на следующий год, посажу ему видеокамеры, сниму это то, что посажено этот. И, значит, он может попросить его, чтобы он в сетях этот... Этого не будет никогда. Я десятки специалистов поправлял. Вот. Нет. Ни один не отказался от смертельных советов. Ни один. Валерий Николаевич, вы не переживайте. Все будет... Я считаю, что практика – это реальное доказательство, что на нашей территории, средней полосы, где климат тоже не такой уж, как говорится, у нас и морозы до минус 38 бывали, вот, в прошлом году были. Вот, ничего такого здесь, ну... Просто практика будет опровергать его теорию. То, что он там написал в сетях, он же чисто говорил теоретически. Вот. А я опровергну. Именно реально. И тем более он пусть, как сказать, моя доказательная база, то, что у нас, у меня растут, значит, получается, есть, что проблемы нету по выращиванию абрикос сада именно на нашей территории. Вот это я хотел сказать. Хорошо. Халилов, если да, вы у него были, что у него растет? Я думаю, он, наверное, все-таки свою теоретическую базу может, как сказать, этот, ну не было практических этих. А что у него растет? Это же всегда учение, оно теоретическое, а практика всегда опровергает. Вот, теорию, вы понимаете, ну вот так вот оно, жизнь же так идет, вроде говорят, теоретически так она должна быть, а на самом деле практически оно идет по-другому, тем более вы диспансеризацией занимаетесь в этом плане, ну, очень даже поставлено правильно, вот, у нас, конечно, размножение, вот я это тоже был, но они у нас на базаре продают, саженцы, они многие разводят глазком. Сколько я убеждал их, я говорю, будем переходить на северное садоводство. Я говорю, прививайте черенком. Вот. Ну вот такой, ну вот беседуешь с садоводами, я имею в виду, которые на продажу делают. А сейчас саженцы тоже продают не сами производители, ну имеется в виду, кто занимается, а именно посредники, которые вообще не разбираются. Вообще даже, когда продают, они даже саженцы не укорачивают. Понимаете? А корневая система очень слабая. Вот. Продает, как говорится, брак, можно сказать. Ну, вот вы сами знаете уж, как это делается. Тем более мы все-таки ближе к северному садоводству. Поэтому они берут этого Мичуринска, привозят. Ну, Подмосковье берут все эти. Я вот вам говорю конкретный пример. Чуваши, в общем, я взял 4 саженца абрикоса. Вот. Ну, один из них у меня, один только сохранился, более выжил. Вот он
цвел. В этом году не цвел, а вот те последние, до того, два года, цвел, но не было плодов. То есть цветы, не было опылителя. Но у меня в то время же не было еще взрослых этих, можно сказать, абрикосов. Ну, некому было опылять. Даже пчелы не опыляли почему-то, я не знаю. Вот. Раз нет опылителя, естественно, не будет и плодов. Вот в таком плане. Рафаэль, я еще успею вопрос. Все-таки у Халилова, у кандидата, у заслуженного садовода России, что растет в саду? Есть у него абрикосы? Нет, абрикосы нет. Я поэтому, я уже интересовался, консультировался. А какого хрена он тогда лезет, что не понимает? Нет, ну это понятно. Наука говорит, цветочные почки замерзают у абрикосов при минус 25. Плодовая замерзает. А сами саженцы, дай бог, минус 30, и все мертво. А у нас таких теплых зим не бывает. Не, это, 30. Ну, понятно, но он человек такой теоретик, понимаете? А вреда-то сколько от него? Ну, если ты сам не посадил. Или посадил, да, оно мертво. Поэтому, Валерий Константинович, я делаю практику. Я вот выращиваю абрикосовые вашими семенами и докажу, что у нас в Татарстане средней полосы, которая ближе к северному Уралу, предгорьев Урала, что можно выращивать абрикосы. Я ему докажу, я ему в честь этого из ваших семян, произведенных абрикосов, посажу и скину вам, ну это осенью, наверное, когда будет цветение, а не цветение, а листва абрикоса будет. Вот если я к нему поеду, посажу, и потом осенью, если при поливе, конечно. У меня проблема в чем? Рафаэль, я перебью, наше время истекает, сейчас отключится этот видеокамера, у меня так расстроено. Раз, теперь смотрите, осталась одна минута, я хочу поблагодарить вас, так, за этот разговор. Вот, потом весной к этому вернемся, когда проснутся эти... Уже с фотографиями. Вы обещали, чтобы были фотографии. Да, я фотографии вот. Пошлю. И я сейчас покажу. Да, пришлите. Может быть, еще продолжим разговор на днях. Сейчас я перебиваю, почему. Я сейчас показываю книгу. Вы не видите, но увидите потом. Вот это Бородич, мой друг, уже царство ему небесное на том свете, 50 лет назад посадил абрикосы. А мне до сих пор долбят, что у вас ничего нету и быть не может. 50 лет назад было дело, когда я ему подарил персик, и у него, когда первые 4 плода на второй год, он был счастлив. Но абрикосы важнее. Вот этот человек, вот, я про него специальный фильм сниму. Это я пользуюсь случаем, как бы анонс сделаю. Да-да, хорошо. Вот, все, наше хорошо. Время истекло. Извините, отключается хорошо. Он сам, не спрашивает. Фотографии будут, вопросы будут, тогда еще продолжим телемост. Ага. Будет серия номер 2. Конечно, Валя Тыга, я хотел бы, конечно, в WhatsApp... Да бесполезно, все, отключается. Ага. До свидания тогда. Нет, 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 отключается, а мы будем продолжать разговор.